Перед просмотром данного ролика советую вам зайти на мой канал, подписаться на меня, поставить коммент мне. А сейчас смотрите видео у меня, монтажировал видео я и озвучивал тоже я. А сейчас смотрите видео от я. Я-я! Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Нелл. Сегодня буду я продолжать снимать свои видеоуроки обучения в мониторинге. И этот урок будет выходить по Filmmaker Video Converter. Это такая программа, может кто еще не знает, это чтобы обрезаться на видео. Блин, сжимать видео точнее. Так, и для чего она нужна? Может и не знаю, да? Кто что это вообще означает, конвертер, это сжимать. Это, то есть, сняли видео, и оно будет уменьшать ваше видео, но при этом не меняя качество. Но будет размер намного меньше выходит. Так, и вот. У меня вот есть видео. Давайте посмотрим. Так. Я таком залагал. Здрасте. Так, вот свойства. Не видим. 10 минут видео. Так. Ой. Ладно. Ох. Просто такая у меня есть проблема. Не знаю, может, у других тоже. Когда есть мои видео, я его не конвертирую, и потом сразу кидаю в Vegas Pro. После Vegas Pro это видео дохренище просто занимает. И 10 секунд видео у меня вот 1 гиг занимает. Так, это какое-то говнило, если честно. И так. Мы берем, закидаем видео, вот я уже закинул, кликаем название, что нужно удалить, это я уже конвертировал. Так, и потом нажимаем 2V, стандартное, так, качество, и берем, вот, HD 1080p. Самое лучшее качество, и оно нам пишет, то есть, вот, ограничит входной размер. И, конечно, там можете свой, но не советую, потому что качество будет вообще явно потом. И конвертировать. Сколько внимания, оно его быстро сейчас проконвертирует. Да. Все, ребят, конвертация завершена. Успешно, да. Ок, все это нам можно закрыть, я не буду. Так, и сейчас посмотрим свойства. Как видим, 481 килобайт. Это полный байт, ребят. 10 секунд видео и все. Это очень удобно, очень быстро. Ну где-то я вам сейчас скажу. 20 минут видео у вас где-то проконвертируется на, ну, на 500 килобайт. Это на YouTube закинуть где-то, не знаю, полчасика. Ну, смотря у кого какой интернет. Ну, полчасика, 20 минут, вот где-то так. Ну а так, думаю, у вас все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, ребят, и не забудьте написать хороший комментарий. А сейчас всем до встречи, всем пока, ребят!